Вот, вот же он, представитель 90-х. Все здесь, я смотрю, кепка с надписью «Бердянск». Здесь пиджак цвета подходящего. Здесь банан, правильно, да, называется? Посолим, как умеем, братан. Прекрасно. Вот в чем из Бердянска приехал, да, в этом и выступаешь, да? Кого будем благодарить? Ромчик, да. Правильно? Да. Роман Розотрик. Короче, я благодарю мою маму за то, что она меня вовремя не разбудила на стрелку. Пацанов положили, я артист. Как и хорошая новость, и плохая, да? В одной. Сегодня пришло очень много ваших фанатов. Я слышал, когда объявляли КПЗЯ. Если вы поддерживаете команду КПЗЯ, дайте шубу, процитирую классику. Давайте поаплодируем КПЗЯ, город Бердянск! Давайте, парни, давай. Камон! Камон, независимые! Железный занавес рухнул, и ветер свободы нам принес Запада, Макдональдс, Пепси и Секс. Как говорится, Владимир Ильич совсем кирпично. И приветствую нашего конкурсанта, великолепного бизнесмена, владельца видеосалона Валеру! Валер, ну все же понимают, что это не ты поешь. А директор рынка Дмитрий Таратович! Так получилось у нас директор рынка Василий Андреевич! Хотя подождите! Ты мне в плеер попал! Ну, как говорится, вот такая вот рыночная конкуренция в торговле. Так и говорится. Василий Андреевич, а вы знаете, кстати, что директор центрального рынка — главный меценат нашего кинофестиваля? Да рынок — это, знаешь, пыль! Я в жизни люблю две вещи. Кино и убивание. Собственно, чем пришел. А рынок мне не нужен. Тебе нужен рынок? Забирай. Забирай мой рынок. Бери. Бери мой рынок! Бери, тварь, мой рынок! Берешь рынок, мой тварь! Ах ты, брат, закрой рот! Надо рынок? Ну, не надо, так не надо! Ну, что ты гнешься? Ну, ведь это не харизма, это же фестиваль, это же праздник! Давай начинай! Ну, стартанули. Кинофестиваль, давайте посмотрим кино. Валера, вы что-то сняли в своем видеосалоне. Да, так тоже говорится. Валера, заткнись. Я тоже кое-что снял. И на правах мецената хочу показать. Так, а я же участник. Так, а ты же можешь и заткнуться, да? Навсегда. Ну, уточняю. Как поощрение даю тебе Сникерс. Очень вкусно. Господи, кого ты хочешь подкупить Сникерс? У меня мать из Турции каждый день такие, знаешь чем, блоками гоняет. Ну не хочешь, как хочешь, Валер. Ну, Валер. Пожалуйста, ваше кино, давайте. Кино. Кино, как говорится, не должник в лес не убежит. А мандат депутатский может убежать. Я же баллотируюсь, знаешь, на выборы. И поэтому хочу вам представить что-то лучшее, чем кино. Мой предвыборный ролик. Наслаждайся, электорат. Отвали! Братан!
Снимай, снимай, бабосики, бабосики, немедленное количество. Фу ты, прикинь, смотрит телека. А карачок, а? Ножки пуша. Кто-то в книжке, что Ира пил, говорил, в Альроле. Смотри, бухла немерено, могу выпить все. И даже вот так, пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя. Давай, наведись. Друг, брат, кум, сват, партнер. Хочешь превратить свою жизнь и страну вот это все? Голосуй за социал-демократическую партию Украины объединения. Кравчук, Марчук, Анопенко, Медведчук, Суркис и я, Нукович. Понял, что такое искусство? Господи, если это искусство, то я Наталья Ветлицкая. Если ты Наталья Ветлицкая, то я Татьяна Буланова. Если ты Татьяна Буланова, то я Ира Салтыкова. Если ты Ира Салтыкова, то я Виктор Салтыков. Если ты Виктор Салтыков, то я Дедюля. Если ты Дедюля, то я Балаган Лимитед. Если ты Балаган Лимит, то я, знаешь, Бетховен. Если ты Бетховен, то Багаттен. Ну, господа, ну давайте не будем заводиться. Ну, у нас же культурное мероприятие. Мы не какой-то там тоталитаризм. Тоталитаризм. Ну, давайте все-таки у нас метод. Вольера снял кино. Он уважаемый человек в кинематографе Бердянский, в конце концов. У него в почке сколько людей прошло. Давайте, Вольера. Я снял кино, посмотрел много ВХС вот этих, и понял, что сейчас people have. А people have что? People have adventure. Adventure это когда адвентура. Это когда. Тю, ты что, не знаешь, что такое адвентура? Это когда, это. Помнишь этот, как его? Индиана Джонс. Индиана Джонс 2, Индиана Джонс 3. Ну, Гарри Марини. Ну, это адвенчур. И короче, и уже Голливуд заинтересовался. Огромные бабки хотят платить. Во-во-во-во-во, Валерочка, какие-то возникли рыночные отношения, да? А директор рынка, ни сном, ни духом. Интересное кино, Валера, получается. И шо? И шо, и шо? Замолчи, во-первых. Во-вторых, 50% твоего кино ты отдаешь мне за защиту своего кино. В смысле за защиту? В прямом смысле, Варелочка, понимаешь, кино очень хрупкая субстанция, птенчик мой, ты пойми, смотри, кино может проснуться утром, встать с постельки и раз, упало с 9 этажа. Кино может идти по дорожке, гулять, собирать цветочки и видит, едет Волга, издевает его нас, понимаешь? Кино может резать шиницель и порезаться 28 раз тупым ножом. Кино могут комиссовать и отправить в Чечню, Валер. Да вы меня этим не испугали! Ты доигрался! Я думал, ты человек, а ты пыль. Поэтому меняем условия. Теперь все твое кино, мое кино, а твои титры, твои титры. Кабанюра! Кабанюра! Ты любишь кино? Обожаю! Кабанюра обожает кино. И Кабанюра человек, который не забывает что? Паяльник! Паяльник! Кабанюра, паяй кино! Кабанюра, ты придурочный! В розетку включи, это же электронный девайс! Братан, а смысл нема штока! Верное отключение электроэнергии! Эту Юльку-малолетку поставили за свет контролировать! Что она может? Есть, короче, предположение, что она даже сядет когда-нибудь. Слушай, ты, политолог, давай, ротик свой займем чем-нибудь, давай. Дыши на паяльник, грей его. Ну что, отдашь кино? Ни за что. Продолжай процедуру. А, какой я дебил!
сломанной рукой, друг. Да, я так женился. А в видеоверсии кинофестиваля на сцене будет Игорь Тальков. Вчера в районе Центрального рынка был утерян текст моей песни «Летний дождь». Поэтому, пожалуйста, жители города, приходите с факелами, будем вместе искать. Фильм Василия Андреевича, титры мои, «Адвенчур». Сколько можно? Я вообще бесконечно сцена. Когда мы уже придем, ты обещал, что это все быстро будет. Мы идем, идем. Все, я больше не могу. Я хочу пить. Пить? Ну что? Обещал тебе лосины достать. На! Я тебя про... Не-не-не-не! Это ты не надо было фильм вставлять! Друг! Знаешь, женский электорат в гусиной коже будет замерзать ночью, да, зимой! И не будут голосовать за... Люди! Рынок сгорел! Летний дождь, летний дождь, начался сегодня в ранее. Тяжелое, конечно, было время. Но как-то мы все были ближе друг к другу, как-то роднее, знаете, вместе ходили на дамбу стирать пакеты. Вместе растили тамагочи. Вместе считали дни, когда CCCAP был вылет из комы в Санта-Барбаре. Вместе, помните эти аппараты с газированной водой, помните? Вместе всем городом пили с одного стакана. Фу. Да, согласен. Хорошо, что это все закончилось. Да. Давайте поаплодируем ХПЗ «Як», город Бердянск, Валентин Микиенко. 4 балла. 5 баллов. Давайте поаплодируем.